Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Ролан Морозов. И сегодня я вам хочу показать, как у меня легко и просто зарабатываются монеты Libra. То есть совершенно без вложений я получаю приблизительно 80 долларов в неделю. И вот смотрите, друзья, это делается на самом деле настолько просто, что я не понимаю, у меня многие партнеры пишут, что у них не получается. Но смотрите, только за сегодня вот идет вот 3 число, и, ну, бесконечный ряд. И за сегодняшний день я уже получил 360 либр. Так давайте посмотрим тогда, сколько это на данный момент в цене. Смотрите, 0.01 у нас цена. Блин, уже забыл, сколько у меня было там-то. 360 умножь на 0.031. 11 долларов я получил сегодня, получается, за ночь, на этот момент, когда я записываю это видео, вот час дня, что обязательно еще добавится мне сегодня либры. Что я не понимаю, почему у многих это не получается. Я объясняю своим партнерам, что просто регулярно заливайте сюда свои видосы. Заходим в вот этот раздел всегда и идем на награждение, например, да, и тут выполняем все задания, что вам полагается. Обязательно скачиваем их аппликацию, вот тут. Кстати, я сейчас перейду на нее. Видите, сейчас я уже... Где я уже, сам не знаю. Подождите. Закрою аппликацию. Открою. Так, видите, я уже в аппликации. Он все русскоязычный может делать. Как это сделать? Тут тоже нажимаем сюда, настройки. И тут, видите, язык сразу можно менять. Собственно, вот почему не получается у многих зарабатывать. Первым делом я всем своим партнерам говорю, что делайте несколько каналов. Как это сделать? Это же очень просто. Вот смотрите, тут кнопка и каналы. У меня сделано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 каналов. И смотрите мои публикации. На каждую тематику я делаю свой канал и заливаю сюда видео. Сейчас вам покажу, как это все делается. Видите, тут 655 публикаций. И эти видео будут постоянно привозить доход. Тут нет такого, что получил и потом не получаю. Я не знаю, пожизненно, наверное, неправильное слово, но сколько существует программа Libra, точно это все работает. Что еще насчет денежек? Видите, сюда накапливается вот такой подарочный, да? Чем реже или как вы хотите, конечно, выставляете, выводите, тем больше вы будете получить награждение. Видите, сегодня ночью еще не выводил, и один видео у меня получает постоянные подарки. Надеюсь, это понятно, да? Но пополнить и отправить тоже предельно понятно. Собственно, я не знаю, многие говорят, что они что-то не могут получить. А в течение недели вам ничего и не приходит. И потом начинают приходить вот так доход. Просто потом снимаем, нажимаем на сюда корзинку. И видите, открываем этот, снимаем свои прибыли. И это идет сюда на кошелек, откуда мы просто его выводим. И давайте тогда вот перед вами загружу одно видео. Все равно был у меня сегодня план это сделать. Сначала, ну, естественно, приготавливайте файлы. Что... Так, что у меня имеется? Рабочий стол. И на разных языках. Видите, у меня сейчас вообще на испанский приготовлено видео. Просто иду, у меня все приготовлено. И заголовок... Описание ставим, но на самом деле очень все просто и понятно. И этот видео будет мне тоже уже привозить денежки. Миниатура. Можно прямо URL картинку ставить, либо сделать снимок прямо из видео, либо выбирать файл. Видите, у меня он тоже приготовлен. Все, загрузить файл и обязательно теги. Блокчейн тут хорошо заходит, я всегда ставлю. И сам это... Что я тут написал-то? Ага. Сам Libra TV тут обязательно заходит. Я так просто...
вот так просто пишу и все. Криптокорренты. Даже подсказ, видите, подставлялся уже, пока мы с вами говорили. Тут можно ставить только 5 тегов. То если вы хотите, чтобы хорошо поднялся видео, вы спокойно подумайте перед тем, как ставите теги и так далее. И видите, у меня было сделано 8 каналов. Вот нажимаю сюда и выбираете, куда хотите. У меня Libre TV прямо вот так канал сделано. Но я тут давно зарегистрирован, и у меня просто была возможность вот занять такую имя, канал или что. Так. И тут очень главное тоже, сколько вы ставите сам себе награждение. Я вот всегда ставлю половину и все. И публиковать. Все. Идет публикация, и от вас уже ничего не требуется. Все остальное делается автоматически. Видите, я ставил сам себе вознаграждение. Без денег вы не можете загрузить видео. Но как я говорю, что тут все полностью без вложения. Для этого есть вот этот раздел вознаграждение, что нажимаем вознаграждение, и вот отсюда получаем свои халявные первые монеты, и уже за них загрузим видео. Я надеюсь, это я объяснил понятливо, да? Вот и все. Теперь вот я вам показал полный цикл, как зарабатывать на Libre, и потом деньги будут автоматически идти вам сюда на счет, и все, будем так зарабатывать. То есть вы будете, я уже зарабатываю, как я уже сказал, приблизительно $80 в неделю. То есть больше $300 в месяц совершенно без вложения. Так, друзья, все ссылки я оставлю под этим видео. Либо вы можете стать и продать на бирже Bittrex. Ссылку на Bittrex тоже вам оставлю вниз. Просто переходите по ссылочку, регистрируйтесь. Там все на самом деле интуитивно понятно. Вы обязательно справитесь. И все, начинайте заливать видео. Не один видео в неделю, а там вот 3-4 видео в день. И вы обязательно дойдете до такого же результата, как у меня. Так, друзья, если это видео было вам полезно, ставим лайк, делитесь этим видео своими друзьями, подпишемся на мой канал и зарабатываем честно и, главное, быстро. Всем пока, друзья!